Как вам такие комплекты для летнего офиса? Уже 5 лет магазин «Ула Попки» надевает одинцовских модниц с прекрасными женственными формами в качественную красивую одежду из натуральных материалов, соответствующую самым современным трендам фэшн-индустрии. Круглую дату торговый дом отметил модным показом коллекции «Весна-лето-2023» бренда «Авери». Нашему магазину, который находится в Одинцово на Привокзальной площади, магазин «Ула Попкин», ему 5 лет. У нас такой женский клуб образовался. Клиенты наши ждут новых показов, ждут новых коллекций. С удовольствием приходят к нам на скидки. Ранее торговый дом «Ула Попкин» специализировался преимущественно на одежде немецкого производства, но вследствие введения санкций полностью перешел на ассортимент от российских производителей. Как оказалось, что наши российские бренды не уступают ни чуточку, а даже, я сказал, в некоторых моментах даже себя оправдали и доказали, что они могут делать, что они действительно отшивают качественную, удобную, комфортную, современную, модную одежду. Ассортимент магазина способен удовлетворить самый взыскательный вкус как юных барышень, так и дам солидного возраста. А сотрудники магазина – настоящие профессионалы своего дела. Я все 5 лет пользуюсь услугами этого магазина. И для меня это магазин – радость, потому что с огромным интересом всегда встречают. И не просто так, а обязательно что-то посоветуют. Если это на тебе плохо сидит, тебе не постесняются сказать, что, знаете, я бы отложила эту вещь. В магазине «Ула Попкин» представлены капсульные коллекции, которые объединены общей идеей и цветовыми решениями. Показ очень понравился. Просто я себе выбрала практически каждую из них, потому что был грамотно составлен капсулами. Ткани такие необычайные, просто струятся, подточены под каждый тип фигуры. Подобные показы для своих постоянных покупательниц торговый дом устраивает не впервые. Профессиональная модель Светлана признается, что в одежде ассортимента магазина приятно не только пройти по подиуму, но и в повседневной жизни она себя отлично проявляет. К тому же цены в «Ула Попкин» не бьют по кошельку. И у них всегда качественные, красивые вещи. То есть я бы сказала, что у них именно как раз представлен люкс по цене средний. То есть как бы каждая женщина может себе такое позволить. И при этом выглядит стильно, красиво и современно. Магазин «Ула Попкин» работает ежедневно и ждет модниц всех возрастов по адресу. Одинцова, Привокзальная площадь, дом 5А. Полина Толмачева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».